Сегодня стартует очередное первенство России по футболу среди команд второго дивизиона в группе «Урал-Поволжье». Нашу область в нынешнем сезоне представляют сразу два клуба – «Ульяновская Волга» и дебютант «Лада» из Димитровграда. В первом туре обе наши команды сыграют с соперником из Тольятти. «Волга» на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», а димитровградские футболисты на своем поле примут команду «Акрон» – еще одного новичка второго дивизиона. Эта встреча пройдет на стадионе «Торпедо» в городе Атомщиков и начнется в 18:00.